Нижнем Тагиле произошла массовая дорожная авария. Сначала водитель «Хайлендера» преградил путь мотоциклисту, а впоследствии засмотревшийся на столкновение водитель «Санта-Фе» собрал паровозик из трех машин. О случившемся рассказывает паблик ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил». 27 августа в 20:40 на 12-м километре автодороги «Южный подъезд к Нижнему Тагилу» в поселке Старатель 39-летний водитель «Тойоты Хайлендер», совершая левый поворот на улицу Курортную, не пропустил встречный мотоцикл «Ямаха». Предваряя досужие разговоры о скорости мотоциклистов, авторы канала сообщают, что в данном случае байкер ехал довольно медленно со скоростью потока, а заметить его водителю внедорожника помешал ослепляющий свет фар предыдущий, проехавший перед мотоциклистом машин. «Ямаха» врезалась в правый бок «Хайлендера». Наездник упал. Но на этом инцидент не закончился. Попутные «Тойоте» машины, двигавшиеся по Свердловскому шоссе в прямом направлении, инстинктивно начали тормозить, а их водители повернулись влево, чтобы разглядеть последствия аварии. При этом водитель одной из этих машин, 56-летний мужчина, потерял контроль за дорогой и ударил своим Hyundai Santa Fe задний бампер Deo Nexi, который, в свою очередь, отбросил на впереди идущую Toyota Avensis. Впрочем, здоровьем в этой массовой аварии пострадал только один участник – 24-летний мотоциклист. Врачи Демидовской больницы, куда он был доставлен с места ДТП на скорой помощи, диагностировали у него осколочный перелом лучевой кости левой руки, осколочный перелом тазобедренной кости и сотрясение головного мозга. Первый вечер пострадавший байкер даже провел в реанимационной палате, а сегодня ему была назначена операция.